Очередные фотоснимки, на которых жители города запечатлели уборку снега во дворе, появились в нашей группе ВКонтакте. На фото водитель грейдера, который расчищает проезд от снежных завалов. Итак, снег по сложившейся уже традиции не вывозится сразу, а складируется в кучи на газон. То, что техника работает, показатель хороший. Вот только почему снег остается во дворах, задаются вопросом авторы фотографий. Ведь скоро он начнет таять, а значит, огромных луж не миновать.